Здравствуйте. Всем привет. Мы хотим поздравить всех девушек 8 марта. И будем дальше петь. Всем любви, удачи. И еще раз удачи. На здоровье. Замерло. We'll be right back.
ты чё, Мама ждет тебя домой.
самый лучший праздник весны, и тогда песня про весну.
Thank you.
Yeah.
Специально для всех красивых девушек.
Секунду назад было шаг.
Ты не кинула, ты не кинула.
Спасибо. Thank you.
Большие города, большие города.
еще раз всех с праздником 8 марта. Девушки, вы лучше. Спасибо. Суровый моя сердца,
судьбу. Часть из раны заклана под стол, а потом берет с плена очередную соседку, ведет ее наверху на метол. Как становятся лучшие повторы, как становятся женщины вам.
Thank you.
ждем перемен. Thank you.
опять дорога. И никто тебя не ждет. Слышу мудрый голос, кто пойдет. Thank you.
Спасибо. Чуваки, конечно, классные. Олег, Дэн, Юра и Виталька, Женя. Ребята, на самом деле, это группа, которая каждую песню отчеканивает так. Они репетируют, ну, как мы ходим на теннис, как мы ходим на футбол, на хоккей, кто ездит. А ребята просто собираются и играют. И на самом деле я их слышал. Отчеканивают песню до последней ноты. Группа «Вот бешеный кофе»!
Спасибо вам, что нас поддержали. У них есть еще свои песни, но не на этот праздник. Они хотят их спеть, но я думаю, это дай бог, что было, да, дружище? Это что было на пляжный футбол. Чура, пляжный футбол. Группа «Подвешенный кофе»!